Уже двоим досталось, и мне в том числе за то, что выпускают. Володя зашел, переступил без разрешения. А дальше продвинуться, дальше. Давай, здесь. Царю небесный, утешителю души сильный, и же бездесный, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди все бесявны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Батюшки нет? Он сейчас уезжает. Отец наш небесный, во имя Иисуса Христа просим Твоего благословения на это собрание. Очисти мысли наши и возвысь их к горнему, к разумению небесному. Помоги нам согласовывать слова свои со Священным Писанием, со Святой Библией. Прибуди с нами и сохрани, чтобы сердце наше не уклонилось ни налево, ни направо, но взирали на Тебя, как на начальника совершителя веры. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сейчас уезжает. Сейчас будет. Во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Аминь. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. 6 глава, 2 Коринфянам. Вот я сразу воспоминания такие. У нас там на Колыме очень много золотых месторождений. Вот сейчас как попер, да? А вот послушайте, вам будет очень поучительно. Это про неверных как раз все. И про идолопоклонство. Я хочу с такого небольшого серпа зайти. Одно слово. Ставлю это сюда. Мы когда ездили, первое путешествие, минуту буквально, путешествие, то мы снимали многое. Ну я сижу сзади, я же не вижу, как снимает Володя-то. Снимает-то в машине и вперед. А эти братья-то, я тоже не смотрю, сняли шапки и положили в машине, ну, впереди, которая перед стеклом. И теперь опускает он низко, низкий ростом, и одни шапки вот так, машина так скачет, 130 роликов погубили. Представьте себе, такие кадры были, такие места прекрасные. Ничего нет, одни шапки пляшут вот так, и он смотрел, не смотрел. Я сказал, вот это место принадлежит секретарю. В прошлый раз Оля села сюда, ты выше ее, как гренадер французский. Закрыла, и полэкрана не видать. Прошу пересесть, больше ты никуда не садись. Валентине. Марина, пропусти, пожалуйста. Почти погубили запись. Ну, где указано каждому, садитесь там. Место это секретарю принадлежит, запомните. Парламент сделали, Слава Ильич.
Так, это ты сейчас и Валентине просто тебе любовь возьмешь. Вот. Только ты, если будешь неделю еще здесь, то их надо высушить, а то тогда плеснеют. Так, внимание, получил я письмо от митрополита Илариона. Читаю вам. Его преподобие Иерея Кимулапкину, ваше преподобие, в это светлое рождественские дни сердечно поздравляю вас с событием, великим и вечно радостным Рождеством Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот как говорит апостол Павел о явлении в мир Спасителя. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом. А святитель Иоанн Златоуст пишет: ангелы узнали достоинство явившегося, и тем самым свидетельствует нам о том, кто пришел в мир, о том, кто лежит перед нами в яслях. Они, достоподобные ангелы, возвещают нам радость Рождества Христова. Этой самой радостью хочется мне поделиться с вами от всего сердца, вознести молитвы благодарности Богу за Его неизреченную к нам любовь и непрестанную заботу о нашем спасении. Молитвенно желаем вам и вашим близким здоровья и крепости сил в неутомимом делании достижения Царства Небесного. С любовью во Христе, Иларион, митрополит восточноамериканский, нью-йоркский, первый иерарх Русской Православной Церкви за границей. Рождество Христово, 2013 год, Нью-Йорк. Можете передать и посмотреть бумажку. Вот так вот. Значит, помнит он о нас. Слава Богу. По письму вопрос можно? Пожалуйста. Мальчика, ты ему писал о нашем положении или вопросы эти задавала? Задавала. Ну, я сейчас не могу сказать, сколько раз. Ну, не раз. Один раз, больше. Я протокол такой не вел, сколько раз я, да. Было несколько раз. И ни разу он даже не заикнулся об этом. Но самое важное, об этом сын, брат Игорь говорит, мы говорили в тихе, ну, положительный, отрицательный, какие-то советы, где-то выход есть. Я же даю совет конкретный. Братья, вы не ищите своей воли, мы можем, Господи, да будет воля. Значит, считайте, что ответ на наш вопрос есть, что это пока исполняется воля Божия. Доверяйте Богу. Нет, тут нет ответа никакого. Если бы но нет никакого, никакого сказал, ответа нет. Ждите хотя бы, ждите, это будет ответ. В одном вперед, в одном было, говорит. Я, говорит, сколько возможно, я буду помогать вам. Вот и все. Но прошлите, если я говорил, когда еще этот срок не кончился. Да. Сейчас срок кончился. Ну почему он не отвечает? Срок какой кончился? Чему? Да вопрос, нет, вопрос, почему он не отвечает ни одним словом? Я получил письмо, прорабатываю тему эту, или какой-то ответ. Никакого, как будто он не получал, ничего нет. Это стандартное, как вот... Ну и примите это, раз. Не надо судить. Стандартный стандарт. Вы примите как есть. Так, как сегодня. Строчка в строчку. Как сегодня. Не надо уже, кажется, загонять его. Не загоняй, вопрос ответит, как вместо епархии. Значит, не время нам еще получить такой ответ. Вы молимся, кажется, Господи, да будет воля твоя. Но не твоя, а моя будет воля. Вот сегодня нам дай ответ. Мы не просим Бога ответ, я спросил, почему не надо. Отвечает, хотя бы словом один. Не время, здесь не пришло время, еще успокойтесь, не пришло время получить тот ответ, который ты желаешь сегодня. Да никакого я не желаю, ответ. Желаешь. Прокуратура отвечает, администрация ответ отвечает. Есть, ответ есть. Патриархия никогда не отвечает. Местные епархии никогда, иначе не отвечают. Я вот о чем говорю. Я в этом увидел, что ответ. В этом я увидел ответ в этом. Ты не увидел в этом. Я в этом увидел ответ. Что он помнит, да, я помню о вас, знаю вас. И все, да, больше ничего. Что нам препятствует сегодня? Если слова нет, как мы можем мои мысли влагать, то, что нету, на пустоту налагать-то? С чего ты решил, что так он ими думает? Он сейчас был, сказал, я ни слова не сказал, что ты за меня толкуешь-то? Я не, ты толкуешься, я-то не толкую. Я не толкую, я ты толкуешь. Вот дай мне сегодня и все, вот вырываешь прям. Дай сегодня ответ какой-то. Ну ответ сказал, я получил, ваше положение знаю, и я тут буду с патриархией беседовать. Хоть какое-то. Ну не торопись, завтра. Или вы мне век не нужны, отстаньте от меня. Ну хоть какое-то. Вообще никакого, еще нормально это. Нормально. Не задать нельзя. Не торопись. Да я не тороплюсь, но не торопись. Не надо возбуждаться так, не торопись. Тебе что мешает? Нам что сегодня мешало? Молиться и совершать божественную литургию. Батюшка, что нам помешало сегодня? Не что нам помешало?
Тебе зачем этот свет? Нам никто не мешал сегодня молиться. Мы молимся, благодарим Бога, поминаем. Вот почему? Ну ответ мы сами себе можем дать хотя бы? Себе дай, но не надо требовать. Это уже не смирение. Я не требую, я спрашиваю только. Какой ты смирение? Ты прям вот скажи, вот почему он такой сякой не дает ответа нам? Пусть даст сегодня же ответ. Ты как думаешь об этом? Я не ему. Я тебе сказал, что я думаю так, что не пришло еще время получить тот ответ, который есть, мы получили ответ. Все. Я знаю, что он молится за нас. Сказал, я молюсь за вас. Это что, недостаточно молитвы, что за нас митрополит молится? А вот дай нам, Господи, нашу волю исполни, и все. Вот, да дай ответ сегодня. Не надо утрировать. Ты. Опять. Я не утрирую, я говорю так, как есть, как ты требуешь. Вот, дай нам ответ, какой нам надо, и все. Никакой надо, какой-то. Вы мне не нужны, пусть не такой даст. Но хотя бы ответ видно, что живой человек там находится. Два вопроса. Дай, или вы не нужны нам, или нужны. Батюшка, ты даже не знаешь, получил ли ответ, ты сам говоришь. Получили от нас письмо, он даже не написал. Даже не написал. Но даже если это отношение места патриархии всех таких. Не надо кого судить. Ну зачем допять патриархию? Ты приходишь, вы хоть, когда берете собрание, я вам хотел сказать, вы исключите три. Не поминайте никогда, видите, не поминайте себя, свое я, московскую патриархию. Не поминайте. Не говорите это. А вы каждое собрание, только московская патриархия и я. Я сделал то-то, я там был, вот только на меня. Ну нельзя это, вы делайте, что вам мало, приводите святых в священное писание. Если вы только я, московская патриархия, такие негодные, они мешают нам спасаться. Они до пути в Царство Небесное нам стоят. Ты ни на одном собрании не был, опять говоришь пустоту. Ты прослушай хотя бы одну запись. О чем мы говорим? Всегда говорите на каждом собрании. У тебя застряло на том, что ты ни одно собрание до конца не был с нами. На каждом собрании вы только смотрите на меня, как я прошел свой жизненный путь. Вот так поступаю. И московская патриархия такая-сякая. Она не, никто нам не помешает, если мы сами себе не помешаем на пути спасения. Никто. И требовать не надо. Сегодня дай нам хоть какой-то ответ, но дай нам хоть какой-то. Вот, ну, или негодный, или вот вы мои. Дайте мне ответ вот сегодня. Дай ответ. Да не надо сегодня. Придет время, получим ответ такой, какой угодно Богу. А если так, то не надо молиться. Господи, да будет воля Твоя, но дай нам ответ сегодня. Да не сегодня, завтра получим ответ, может. А может, он уже идет ответ. На почте может ли, а ты вот дай мне сегодня и все, вырываем просто это. Ну, вам что, поговорить больше нет, не о чем поговорить. Мое мнение, не, я говорю, но ты не задавал вопрос. Я тебе сказал мое мнение, что не пришло еще время. Ты не ответил, я говорю, почему не отвечаю, ты не пришло время. Почему? 7 лет прошло, не пришло время. Почему не отвечаю? Полная полнота прошла. Еще раз говорю, вы неправильно мыслите совершенно. Я задал вопрос. Надо мыслить так, как он мыслит. Понимаете, как он мыслит, так я должен мыслить, как ты мыслишь. Да не мысли совсем. Почему? Мне не надо этот дар прозорливости, чтобы я узнал, что сегодня видел во сне митрополит Илларион. Что он там видел во сне сегодня? Откуда я знаю? Что он сегодня подумал? Вот ты скажи, что он подумал сегодня? Интересно. Да я не могу этого сказать, что ты подумал вот сегодня. Ну написать, что от нас письмо получил, это не трудно. Получил так. Письмо. Даже этого нету. Тихо, дайте мне эту бумажку. Вот тебе бумажка, там есть телефон, позвони и спроси, почему. Ну, в интернет выйдите и задайте вопрос. Все, пардон, выйдите и задайте вопрос. Это ты лучше получишь, а я не знаю, что он мыслит и как. Какие еще вопросы есть ко мне? Уже в интернете работает, задал. Когда в следующий раз? Через воскресенье. Ждем. Нет, вообще, уже за что? Да. Еще что ко мне есть? Многое лето. Да, больше ничего. Многое лето. Пропеть батюшке? Да, давайте. Потому что нам больше ничего не остается. Многое лето, многое лето, многое. Такой фильм «Хмель» называется. Аллилуйя! И там как начинает кто-нибудь про кого-то там говорить, а он такой, он стоит, братья, пропоем нашему отцу в Филарету много лет. Аллилуйя! И стоит все много лет, а пропели, и все. Ну вот.
Так, я еду сейчас посещать больных. Вот, Александр Иванович, Александр Иванович, поклоны, хорошо, да, передам. Ну все, ко мне еще есть какие вопросы? Есть, батюшка. Давай. Народ там говорит, что новые паспорта не надо принимать. Вы не в курсе того, что... Народ, какой народ? Вопросы на маке. Вьетнамский, китайский, какой народ? Русский. Русский народ. С 1 января этого года новые паспорта с чипами. И многие соблазнили, что это не надо их принимать, это ведет к отступлению от Христа. Я сподобился еще встречаться с людьми, служил я в Василькуле, в Омской области. И мне сказали, говорит, батюшка, там вот за 90 километров от города в лесу, говорит, живут три бабушки, которые, говорит, советскую власть не признают, и паспорта советские еще. Советские никогда не брали. Они, говорят, и в тюрьме сидели. Все. Но я расспросил примерно, где и как проехать, и я на велосипеде поехал. На велосипеде. А, 90, это туда-обратно 90, за 45 километров я. Я на велосипеде поехал. Утром выехал пораньше, уже где-то к обеду я доехал. Тогда еще молодой был, еще что мне, совсем было немного, лет 30. 6.37. Вот. Действительно, приехали три бабушки: Александра, Ефимия и Вера. Трое они живут. Один домик стоит в лесу, действительно, один домик. Вот. Колодец у них есть. Зимой, говорит, больше мы берем снеговую воду. Паспорта они те еще советские не брали, считали это за грех. На советскую власть работать, на эту, говорит, сатанинскую власть, это грешно. Они не работали. Все они отсидели какие-то сроки. Одна даже три срока отсидела. Поскольку, я сейчас не помню, может, лет по пять там тогда давали, как за тунеядство, то, что не работает на советскую власть. Вот. Я с ними познакомился. Они меня как бы восприняли, полюбили. Но я их призывал, чтобы они причастились, там поисповедовали. Они требовали... У них был священник, отец Александр. В Омске. Но он умер уже к этому времени, как лет 8. Он был из таких же репрессированных. Он, по-моему, больше 20 лет в лагере. И когда он вышел, он уже в Московскую патриархию служить не пошел. А вот окорблял, то есть причащал, исповедовал таких вот исповедников. Да, но он умер. И они оставались уже без причастия. Они бы приняли, говорит, если бы я на их глазах сжег свой паспорт. Вот. Вот так вот люди были такие. Есть еще живые тоже люди, которые также не принимали паспорта и прочее не работать, но потом приняли, стали исповедоваться, причащаться. В то время, сейчас, ну, что я скажу? Исповедники такие, они, может быть, могут по-разному рассуждать. Неправильно, они неразумно страдали или как, но они были в этом уверены, что нельзя идти на соглашательство с этим. Конечно, если бы все бы так, если все православные до одного, кто называется православным, так бы поступили, то она бы и власти, может быть, такой бы и не было. Вот. Сегодня паспорта эти, ну что, ты не примешь, еще один, да, кто-нибудь не примет этот паспорт, что от этого? Но ничего, это все равно. То, что идет сегодня, оно это будет, несомненно. Вот. Те биометрические паспорта, чипы, которые это постепенно идет. За последние даже 20 лет, как прогрессирует сильно техника в этом направлении, это ну, даже невообразимо. Мы, когда в Потеряевке поселились, то где-то только через 6-7 лет Игнатий Тихонович с трудом там где-то как-то нам радиотелефон пробил, где он там преподавал, где-то беседовал, и там ну, люди, которые занимаются, помогли радиотелефон. Так мы рады этому были радиотелефону, хотя мы в месяц по два, по три раза эти аппараты возили на ремонт. Они уже устаревшие, давношние, там еще послевоенные там аппараты такие. Всегда мы их ремонтировали, только возили. Но все-таки мы могли что-то разговаривать. И вдруг прошло совсем немного, буквально 10 лет после этого, и вдруг... В каждом доме телефон. Да не по одному телефону. Сегодня у нас по 4 телефона в доме. В одном. Из дома в дом не выходит. Через дорогу перейти, он звонит. Через дорогу. Куда? А через дорогу. Звонит по телефону.
Представьте, какое это. Так не только по телефону. По телефону сегодня все, фотографии. По телефону можно, говорит, и исповедоваться. По телефону можно и грешить даже. Блудить даже можно по телефону. Во как сделали. Представьте, как техника шагнула. Что будет дальше? Ну, что? Кто устоит в этом? Блажен тот. Вот. А что, ну, знай здесь, рассуди сам. Принимать, не принимать тебе паспорта эти. И всегда была эта осторожность, боязнь у людей. Даже те паспорта стали менять уже на эти паспорта, которые сегодня мы имеем все. И в этом усматривали люди, там нашли там 3 шестерки в этих паспортах, какие там закодировано что-то там уже, просто там, ну, антихрист живет просто там, чуть ли не на каждой странице. Другие берут так, что если продукты покупать, а там, ну, сейчас везде в магазине это штрих-код-то. В этом штрих-коде все говорят, что там 3 шестерки, нельзя покупать со штрих-кодом, нельзя брать продукты. Ну, а где? Только выходит, а только в Потеряевке брать продукты. У нас еще штрих-кода там не наклеивают. А так, на каждый штрих-код есть. Понимаете? Поэтому, Сережа, я тебе на это конкретно не могу ответить, что люди волнуются, волнуются, оно всегда было это волнение. Вот. Есть осторожность. Что будет завтра? На завтра уже эти паспорта, эти уже отойдут, которые это, их не будет, совсем не будет уже этих паспортов. Понимаете, я как-то читал в одной газетке, говорят, в Японии, у них, говорят, мобильные телефоны используются не как у нас. У нас что, разговариваем, ей там разговаривают, у них, говорят, по телефону мобильным почти не разговаривают. Едут там в метро, в автобус, все держат в руках телефоны и что-то набирают. А чтобы разговаривали, говорят, это редко-редко увидишь. У них телефон, все, и в метро заходить, платить там и где-то, что это документ, он везде может, в банк там и зайти, все с мобильным телефоном. У нас еще это не скоро придет там, ну, по нашим за скоро, но не так скоро, скажем. У нас всегда идет опоздание, что-то на 15-20 лет. Пока к нам дойдет та техника поступит. У них так есть уже. Карточки эти, которые сегодня боятся, они в 90-м году, я был, когда в Германии, то с американцем, с одним там, русским американцем. Вот, тогда у него уже были карточки эти все. Он уже денег, он с собой, говорит, я так, говорит, там несколько мелочь в кармане вожу, чтобы где-нибудь просто там на дороге выпить воды или что-то. А так все, карточки везде у него, в банк там, на бензоколонке там заправляться, все, только карточки. Он вытащил, у него несколько карточек этих. Все, я так удивился, он дал мне подержать в этих в руках еще карточки. Удивительно же было тогда. У нас-то не было ничего. Ну, поэтому, что здесь скажешь? Вот биопаспорта за границу оформляют. Кто-то боится этого, не хочет. Можно, говорит, простой паспорт оформить. Вот. А было сообщение в одной газете, что эти вот карточки, которые, как они называются-то, будут, то можно, говорит, заранее только писать заявление, что не получать эти карточки. Речь идет не о паспортах, а о этих карточках, которые, как они называются, как-то я уже не подскажу. Универсальная электронная карта. Да, это электронная карта. То можно говорить, что... То есть пока в принудительном порядке, что все, этого пока нет еще. Придет, может быть, когда ты уже... Так что без этого никуда. Боялись ННН. Номер ННН, это страшное что-то. А его и никто, и не надо... Его начислили, и все там это причислили. У каждого пенсионера ННН есть. У каждого. Без этого он и пенсию не получит, ничего. У каждого пенсионера ННН есть. Ты просто, может, не сообщили, не знаю. Мне сообщил Игорь Барбашко, вот твой номер ННН. Я говорю, а как дело? Ну, мне, говорит, там пенсионным передали, передай, говорит, ему, все. Ну и все. ННН. Так что здесь определенного какого-то решения относительно этого нет. Был вот, рассказ, у меня архиерейский собор недавно проходил. Вы можете зайдите кто-нибудь на сайт Московской Патриархии, посмотрите, что там решали и кто был. Посмотрите, какие были архиереи зарубежные. Там должно быть список всех архиереев, которые участвовали в архиерейском соборе. На нем, говорит, будто поднимался вопрос именно об этих картах. Но определенного, говорит, какого-то ответа такого не дали. Так, поговорили как-то и все, и остановились. Нет определенного ответа, на это нет.
Еще вопросы какие? Да все? Все, ну я поехал. Значит, Александр Иванов. Так вот вопрос зашел об НН и о архиерейском соборе. Многие писали, даже Сафона, дать ответ. Ответ заранее дать такой, чтобы не принимать, не погибнуть, потому что это печать Антихриста. Ответы даны давным-давно, и притом очень четкие. Это дало священноначале Московской Патриархии. Ответ гласит так, выражая своими словами, без различия. Принимаете ли, не принимаете ли, никто вас не отлучит от причастия, смотрите по обстановке. Вот и весь ответ. Это сходится полностью со мной. В Москве нет ИНН только у одного храма на Берсеневке у отца Кирилла Сахарова. Но он мне все время звонит. Принимает, не принимает. Вот такая обстановка там зажимает. От меня ответ всегда один и тот же. Разницы никакой нет, но если можно, то подержитесь еще. Вы даете пример. Упритесь сколько можно каждый. Не принимайте. Я вел занятия только в одном университете 17 лет. Я вел занятия в 5 университетах. Батюшка говорит, не говори себе, значит, ничего и нету. Это ревность. Хорошие отношения были с ректором Истигнеевым. И он говорит, я даже не знал, что вы ведете занятия бесплатно. Это что ж такое-то? Тут никуда не годится. Он вытащил вот такую медаль, у них там годовщина была, подарил мне. И сразу подписал, сколько лет преподаете? Я говорю, 15 лет там. 15. За 15 лет поставки. Вы где-то вели занятия? Ну, я сказал, где вел. А там платили? Да я не брал. Так как же так-то? Вы же ведете занятия. Ну, я говорю, здесь у вас я вел 4 урока бизнесменам. Они провели меня по ставке профессора и плюс еще какие-то накрутки-то. И он мне на 15 лет начислил. Представьте, что там не трехзначная цифра была. Все нормально. Я пришел получать. А какой ваш ИНН? А ИНН у меня нету. Так получите. А зачем получать? То есть я мог бы подать в суд, я бы выиграл. На кого в суд? За что? Я отошел от кассы по сегодняшний день. Когда у меня каждая копейка на учете, мне начислено, но я ее, наверное, не принял. Не потому что грех, а потому что я понимаю, это испытательный полигон. Сегодня одно уступи, завтра другое. Ради чего? Ради деньги? Потерпим. Я не потерпел урона. Если бы не сидел, я бы и не знал, что надо получать. Я не вцепился в это мертвой хваткой. Вот и все. То есть, говоря об ИНН, я обязательно коснусь себя. Как не говорить? Ты когда... Ты говори, а ты сам попробуй пожить после него. Жил и живу. А оказалось, наше общине тоже присвоено. Да только делов-то. Поэтому ответ патриархийный, священноначальный в лице патриарха и всех епископов один. Безразлично. Так что вы знаете это. Если вы получите новый паспорт ИНН, никто отлучать от церкви не будет. Даже священник, который считает так, он не имеет права отлучить, иначе его запретят. А те, которые говорят сегодня, а вот вы паспорт получаете, а сегодня это снимают биометрические данные трехмерно, я говорю, а что трехмерно? Он даже не знает. Он чужие слова говорит, грамотежки-то никакой нету. Зайдите на наш форум, и там первая строчка, первая страница о чипах. Выступает профессор Осипов Алексей Ильич. И он начинает говорить, почему вы считаете, что против? Ну, знаете, это за вами следить будут, все знают. А теперь я задаю вопрос, а что они нас не знают? Зарплату нашу знают, где живем, знают, с кем живем, знают. Они знают о нас намного больше, чем мы предполагаем. Меня когда судили, они представили данные до прапрапрабабушки. Они работают там, и думают, что Ленина 30, теперь ФСБ, КГБ, 4 этажа, и они спят, сидят. Они работают. Нам поучительно, там все время свет горит, рано и поздно свет горит. Вы там были хоть один кто-нибудь в кабинете? Поднимите руку. А я был несколько раз, нарушу батюшкину заповедь, не говорите о себе. И скажу, что они работают. Работают.
Вот я вам говорю сейчас это. Вы прослушали, вышли, и как будто этого и не было никогда. Крепко себе заложите в память. То, что нам дает Священное Писание, должно находить подтверждение тому, что мы говорим. А если этого нет, ты говоришь от себя, как говорится, от тети Фроси. Ну, ты говоришь, что трехмерное там, изображение, глазное там, сетчатку и прочее, отпечатки пальцев. Ты паспорт хоть в глаза видел этот, нет? А я на этой неделе, меня уже вызывали, и я фотографировался, обыкновенная кабинка, садишься, вот такой глазок. Чакнули, до свидания, уходишь. А теперь зайдите. По иностранному написана ваша фамилия. Я заграничный паспорт выправляю. Все данные там есть. Но при тем, как вызвать, они затребовали все документы, копии, трудовую, военную. Все у них есть, абсолютно все. И теперь там все это заложено. Они сказали, в течение месяца ждите по сайту, они по моей электронной почте, они могут вызвать уже не через месяц, а сегодня. Завтра сказать. Вот и все. Ничего там нету. А я-то готовился к этому, как утром рано звоню, мне сегодня идти. Вы думаете, какую мне рубашку взять? У меня пасхальная красная в клеточку. Одна есть, вон, сестра Татьяна Сынгаева шила, такая стального цвета, вот как рядом сидит Оля, у нее такого цвета. Я на презентации книг был. А другие советуют вот эту вот полоску красно-синяя. Я 4 рубашки с собой в сумку взял. И там, им раскладывай рубашки, а она смеется и говорит, да разницы никакой нет. Я как был вот в этом, так и сфотографировался. Я-то думал, ну, говорить я не умею, так может они что-то там по документу посмотрят. Да ничего нету. Я рубашки все дотолкал обратно, я их раз в год-то и надеваю. Ничего нету. Маленьких детей по двое также фотографируют, записывают. Люди, которые считают, что это сегодня печать Антихриста, это еретики. Это еретики, самые настоящие отпадшие от церкви. Они и голоса церкви не слышат. Об этом говорит Дмитрий Смирнов. Об этом я выставил на сайте. Об этом говорит епископ Иларион. Там подряд выставил все, священноначальник, никого не слушают. А кто-то там выступил, какой-то мальчишка выступил, мальчишка. 17-летний. Ну, я дал ответ, мальчишка этот очень похож на меня. Я такой же был бы, если бы Евангелие не встретил. У тебя данные какие-то есть? А вот вы теперь получили, у вас теперь печать, у меня теперь на лбу печать. Я говорю, ты уверен? Да, у вас теперь печать. Ну, то, что я выставил материал, этот... Ефрем Сирин говорит, печать на лбу для того, чтобы не мог совершить крестное знамение на правой руке. Я совершаю. И совершаю не однажды в день, а 2000 раз каждый день. А ты сколько раз без печати совершаешь? 3 раза. Так что ж на тебя беспечатный твой лоб-то не действует? Мой лоб с печатью, ты говоришь. Ну представь себе, что печать Антихриста я получил вот во вторник. И я оскорбился. А ты выступил не где-то, в интернете выставил материал. Я завтра утром подаю на тебя в суд оскорбление чести, достоинства, деловой репутации. Потому что я не в углу сужу. Ты умрешь в застенках, если не докажешь. Тебе условия поставят. Ты докажешь. На, смотри. Я вчера помазание имел, батюшка мазал. Крещу лоб отдельно, что тебе все непонятно. Докажи, где печать. Да ничего ты не докажешь. У тебя нет печати благодати Духа Святого, поэтому ты городишь всякую ерунду. Что ты не знаешь Писания, я тебе докажу прямо здесь, сейчас же. А что у меня печать есть сейчас, ты никогда не накажешь ни здесь, ни в суде, ни на суде Божьем. Нигде. Ты забыл, что печать будет ставить Антихрист. А царствовать ему 3,5 года, 42 месяца. Ты считал? Считал. Да как же так? Печать идет, а Антихриста нету. Антихрист, может, не родился еще. В первую очередь, под все, весь мир должен лечь под ним. Денег никаких не будет, паспортов не будет. Все будет заключаться здесь. Это сегодня уже все понятно, разложено. Ты маленько Писание считай, посчитай толкование святых отцов. Вот Осипов Алексей Ильич об этом говорит. Самое главное толкование апокалипсиса Андрей Кесарик и Подокийский. Он толкует печать на лбу. Это что? Это означает, я принял Антихриста как Бога, иной придет, его примет. И другого толкования нет. А видимо или невидимо, никто еще не знает по сегодняшний день. Что она означает? И правая рука это означает отсечение от добрых дел. Толкование святых отцов. А ты что сам толкуешь-то? И ответ. Всякое иное толкование есть ересь. Это не мои слова. Вот ты все, теперь разберись, кто ты. А я не буду принимать. Не принимай. Но не говори, что это есть печать Антихриста. Ты совершенно невежда в Священном Писании. Ни один святой отец
не сказал определенно, говорит, сокрыто в Священном Писании, поэтому не будем говорить. Это та тема, которая закрыта. Для чего, когда он придет, его имя обозначится, теперь под 666 все увидят. Тогда только, тогда. А сегодня под 666 от Нерон подходит, имя Нерон там пошли. Все подходит. А почему тогда люди этим занимаются, пишут в патриархию, собору, и что так опасно? А потому что ничем не занимаются, и самое главное, благовестием не занимаются. Вот почему. А сатана ведет ложным путем. Если это печать, тогда ты уже другой печати ждать не будешь. Она ясно печать, это паспорт, когда снимает, биометрическая. Ты уже усвоил, отусвоил. И поэтому, когда придет настоящая печать, ты ее прямо и примешь. Почему? Потому что та-то печать прошла, а это уже не печать. И святые отцы это знали. Знали уже. Сатана занимает нишу. У тебя ничем голова не занята, сердце не занято. А ты помолись и скажи: Господи, дай мне разумение не вопреки Писанию. Дай мне смысл не вопреки канонам и святого толкования Святой Православной Церкви. И ты увидишь, как у тебя начнет проясняться маленько, туман этот развеивается. А так ничем не занимался. И вдруг паспорта. Вы знаете, у нас приезжал отец Павел Ермоленко с Камня на Оби. Он легко увлекается. Почему? Малограмотность. Люди, которые за это хватаются, они или совершенно неграмотные, или поверхностно грамотные. Не в мирском, в божественном. Я говорю, а что ты кончал? Ничего не кончал. Он едва 10 классов кончил. Паспорт нельзя. Тогда началась переписка была. Он приехал к нам по Теряевку. Переписка не должна быть. Это уже все, это антихристу душа продана. Отец Павел, на чем ты это основываешь? Ну что тут непонятно-то? Для чего они переписывают? Непонятно. Я говорю, а ты знаешь, что Христова Матерь Божья попала в переписку? Как это так? Да так. Это переписка, первое вправление к Верине Сирию. Ты Евангелие от Луки читал? Я ему открываю, он сидит, задумался. Я говорю, а ты знаешь, что их три переписи было? Вот для него это вообще запредельно далекое, закордонное. Я ему открываю Писание. Смотри, вот перепись была, перепись. Вот перепись еще была, он не знает этого. И что? Все нормально. Но теперь он усыпился. Паспорта нельзя получать. Никак. Это печать антихриста. Там кривые какие-то завитушки. И они на шестерку похожи якобы. Мы к нему заезжали нынче. Я спрашиваю, а сын-то подрос, Ваня? Учиться? Я говорю, Ваня, ты как паспорта? Ну никак, получил. Все кончилось. Но те-то слова ты сеял. Не просто эти батюшка рассказал о трех-то. Их кто-то учил так. А почему власть перед ними должна теперь смиряться? Она для того и власть, чтобы ей подчинялись-то. Какие-то три старушки, они не выходят туда, а страдают за упрямство, за невежество. Я у одного брал такого интервью, Назар звать его. Не знаю, здесь это Березки или где он живет. Меня познакомил Володя Пенкин. Приехали, стали беседовать, приятной наружности, старичок, белая борода. И разговорился, говорю, а сколько ты отсидел? Он, кажется, 27, что ли, лет отсидел. А за что отсидел? Я паспорт не брал. Ну... Это статья легкая была, 3 года, 5 лет давали. Он вышел, жена встретила, ну, Назар, ну хоть одну ночь-то ночуй со мной-то. Он кое-как утерпел, ночевал. Ребенок родился через год. Но на следующий день он уже пошел, узнал, где называется Гужовка. И парни с девушками играют, он сразу, а кто у вас тут комсорг? Ему сказали, разворачивается и комсоргу. Ну сбил, ну другие-то комсомольцы, его давай пинать опять на 5 лет. А он теперь всем говорит, ну все-таки я ему врезал разок. Теперь подрастают дети, зятевья приехали, он ночью все паспорта сжег у них. Все. И если обувь была с прорезями, ну как босоножки-то, ну так ходят летом, то он все сжег, они босиком беспаспортные. Ну ясное дело, что что-то не то отец делаешь, не то, что приобретать, а весь дом трещит. Ну не будьте подобными Назарами. Вы не понимаете, знаете, Кама грядешь, и там был Назарий, помощник у апостола Петра, ему явилось первому видение. Вот такими Назариями будьте. Понятно? На этой неделе могут, с этой недели считать, где-то мы должны уже получать паспорта. Что за паспортом? Открывать визу. Я вам говорю, вы помните, о чем говорил я. Нужна очень основательная молитвенная помощь. Вы понимаете, бывают такие недоразумения между старшим поколением и младшим. И младшее поколение так допекает, что старики не хотят с мучатами водиться. И ко мне обращаются, ну вот что делать-то? Это ваш вопрос. Но я его принял, я сразу встал на молитву. И вдруг, когда вижу, теперь смиряется, и бабушка внучку ласкает, и отдают,
тебе просто так, а я считаю, это ответ на молитву. Я всю неделю предстоял перед Богом и днем, и ночью вопиял к Нему. И вдруг я слышу, вопрос надо задаться, не испортите, ухватитесь за это как за дар Божий. Любите друг друга, все остальное не имеет смысла в жизни без любви. Ты люби не себя, не свои какие-то установки. Я батюшке вопрос задал не случайно, раз я задал, я на него отвечаю. Раньше зарубежно-русская церковь отвечала на все письма. И отвечала четко и ясно. Я уж не стал батюшку трогать. Он больной. Сердце больное. Вот, я говорю, он больной, я старался не трогать. Ну, нельзя совсем не возражать. Вот смотрите, мы подали прошение принять нас. Ответ принимаем. Они вызывают меня. Приглашение у меня было от митрополита Виталия, от Илариона, куда проехать, выступать. Он со мной едет и везде выступают. Батюшка по этой теме ничего не сказал. Он два раза ездил, нигде не пришлось не выступать, не говорить, там своим кругом где были. И какой бы вопрос мы им не задавали, они отвечали. Мне книгу правил подарил, она у меня есть. Митрополит Виталий, и целая страница записана от него его рукой. Ясным, четким, крупным почерком. Не было ни одного запроса, на который бы они не ответили. И вдруг все закрылось. Почему? Московская патриархия. Она пожирает все, что попадает под ее жернова. И поэтому мы пишем сегодня тем людям, которые буквально уже сделались патриархийными. И они уже не те. Я Илариона знаю. Это живой, общительный, добрый человек. У него прозвище было «Человек, у которого нет слова «нет». На нем пашет кто хочет, бродяги разные едут, он последнее все отдает. И мне говорили, ну поговорите с ним, ну нельзя так уж, за столом тарелок, считай, нету, все раздаст. Это одно, или чрезмерная доброта, или чрезмерная глупость, когда человек не понимает. Но он добр, и он должен был приехать, очень просился даже приехать. Ну, тут закрутило все и прочее. Я сказал, я занимаюсь баптистами. Он сразу же, а у нас баптисты есть. Да не, недалеко, 250 километров. И садится, и сам едет. Это открытый человек. И вдруг все закрыто. Почему страх? И батюшка мог ответить, страх, патриархийный страх. Там все на лжи основано. Любой архиерей боится соседнего архиерея. Как бы что ни сказали, его не сбросили. Представьте, выступил правильно епископ Диомид. Так из него такое можно было бы сделать. Еще отрубили и нет. Я в прошлый раз вам еще говорил. Представьте, какая была патриархия. Прочитай слово вот это. Был такой душевный, за которого молились. И они ему, патриархийное, в виде его героический характер, присвоили ему какой-то там орден, знак. Но вот они в патриархии, что теперь? Информация о деятельности Душенова, носящей вред спасительному служению Русской Православной Церкви и ее священноначалия, было решено признать его награждение орденом святого царя Страстотерпца Николая ошибочным и отозвать данную награду, о чем сообщаем клиру и боголюбивой пастве митрополит Перерах Русской Зарубежной Церкви. Все. Вот посмотрите теперь. Вещь неслыханная. Наградить, и никакой вины его нет. А Константин Душенов какой был, каким награждали, таким он оставался. Он приверженец митрополита Иоанна Снычева был. Он не изменился, изменились они. И отзывают свой орден. Вот сейчас, к слову сказать, осудили Квачкова. Полковник ГРУ, которого осудили за покушение на Чубайса, но признали, что он прав был, его выпустили. А теперь арестовали, почти 2 года отсидел. Суд закончился. 14 лет запросил. Как маньяку, как убийце, серийному убийце. Но дали 13 лет. Да еще поражение там какой-то 1 год. Это понятно, что через всякие грани идут. Но я его не поддерживаю. Он сидит, крестится, полковник ГРУ, закончишь там военные самые академии и генерального штаба, и все. И за что? Подготавливал восстание, мятеж в России. Там доказано было, где-то на кухне он говорил, что-то записали. Никакого, ничего не нашли. Арбалет какой-то старый у кого-то заржавленный. Арбалет. Стрелять, лук. Ну смешно даже. Значит, я попрошу его Владимир Васильевич звать. Он уже 2 года сидел. Молись о нем. Это русский, самый настоящий русский патриот в самом высшем смысле, мирском. Как верующий он никакой. И то, что если ему доказал суд, что он хотел поднять мятеж, и это так, мы это не одобряем. Это новая кровь, новая гибель, но он узник сегодня.
И нужно молиться, чтобы Бог просветил его разум, хоть он умнейший человек, чтобы он принял за основу Слово Божие, чтобы служить Христу, не с оружием в руках. Обнаружили, где кого подготавливали, склады, где воинские части поднимать. То есть свергнуть этот ненавистный жидовский, кремлевский режим, как они говорят. Убрать его с Путиным вместе. Мы должны молиться за Путина, за всех. И за Квачкова молиться. Нам другого оружия не дано. Единственное оружие – это любовь. Притом повседневная. И помните, узников написано, как и вы сами в теле находитесь, как в узах. Не пропускайте его в своей молитве никогда. Повторяю, что такого звания, такого чина, человек, он давным-давно должен быть генералом. Но, видать, с чем-то не соглашался. И вот. Можно скажу, пока здесь все сказать. У нас две недели вот в эту копилочку маленькую вообще практически ничего не клали. Не забывайте, пожалуйста. А то я вспоминаю тогда, когда половина уже нет, люди разошлись. Поэтому я сейчас попросила слово. Про копилочку, чтобы не забывали. Дети еще ходят в школу искусств, не забывайте. Это на детское питание. Это копилочка для наших, кто нуждается, многодетная и прочее. Так, относительно копилки. Мне вчера уже представили стоимость 1 литра в Скандинавии. В 3 раза дороже нашего бензин. И все только на евро. В Германии там в 20 лишних только раза. Нам нужны будут деньги, деньги немалые. Но это единственный раз, и больше мы никогда за евро уже никуда не поедем. По всей вероятности так будет. Поэтому моя просьба, откладывайте у себя сколько можете, и когда мы уже подойдем вплотную, тогда все это кстати, откладывайте для Бога, не для меня. Чтобы выполнить Божье Слово. Мы едем, где большая опасность. Очень большая. Но не поехать мы не можем. Это прямое повеление Богом идти до краев земли. Мы до края земли идем. Были у Тихого океана, выходим прямо к Атлантическому. Как это будет удачно, неудачно? Я сегодня получаю известия, которые в интернете, где мы были, отзывы оттуда идут. Все до одного благодарственны, пока других нет. Вот и все. Если одна душа за все поездки обратится, все. Вот у вас есть связи, кому вы звоните. У кого-то связи это за рубежом и прочее. Вы сообщаете, что есть такая система YouTube. Так, открой конверт, позови оттуда взрослых. Сколько вас там? Я говорил по одному, вы нарушаете. Я говорил, заходи сюда. Вы всем родным, близким говорите, есть YouTube, куда мы выставляем все, что здесь у нас есть. Больше на своем сайте, форуме я не выставляю. Практически, может быть, одно какое-то выставлю. Поэтому все наши фильмы, все записи, все находятся в YouTube. Вы им сообщите, чтобы они могли там быть. Иди-ка сюда, Инафа, ты мне нужна. Я, видите, что попадает под руку, то и тащу. Она меня сегодня порадовала. Подходит и говорит, я хочу там ходатайствовать. Мальчик в их классе и просит там лагерь. Добро даем. Познакомишься, значит, вот Володя снимает Пащенко, он остается за начальника лагеря. Не за старшего, а за начальника. Потому что старший воспитатель уезжает, и я начальник лагеря уезжаю. Если все так у нас будет. Ты трудись там. И то, что они в лагере услышат, они за всю жизнь, может, этого не слышали. И у кого есть дети, вы им это тоже говорите. Она сама. Меня легко растрогать. Спаси тебя, Господи. Еду я в Потеряевке на велосипеде. Тормознула меня одна девочка и говорит, а когда мы поедем на Благовестие? Она сшибла меня с велосипеда. Мне даже садиться уже не захотелось на него. Я дальше иду с ней разговариваю. Вот так. А когда мы поедем на Благовестие? Для Бога. Потрудись и получишь. Я не вижу, где у нас был тут Сокольский Валера. Нет его. Вчера был. Сегодня нет его. Вчера он был. Вчера был. Сегодня нет. Работает. Его совсем нет? Работает. Да, работает сегодня. Так, пусть на меня выйдет. К нему будет просьба. Я постараюсь написать, ну, есть такие продаются, разговорники, иностранные там предложения. И подошел там, дал. Я напишу, какие примерно у нас будут там нужды. Напишу, скажите, где находится главная библиотека города, чтобы перевели мне. Не просто перевели, а на 100% точно. Английский, немецкий, французский, испанский. Хотя бы на 4 языках. А остальное это там уже разберемся, тем более мы владеем русским языком. Я напишу, и дам, и здесь
институт, я преподаю факультет иностранных языков, чтобы он туда сходил. Преподаватель английского языка, я так понял. Да. И ты можешь с ним сходить. Ты тоже владеешь немецким языком. Понятно, о чем молиться? У нас нет переводчика, а мы не знаем, нужен он или не нужен, или достаточно только будет вот такого вот переговорника. Я самые маленькие вопросы. Вы слышали такую женщину по фамилии Михайлович? Смотрели 7 раз. Сережа даже вопроса не слышал. Михайлович. Два варианта. Или разговариваю, или сплю. Займи 3-й вариант. Бодрствовать, не пропустить мимо. Это нехорошее состояние. Поэтому такие ляпы и делаем. Игнатий Тихонович, так. Возьмите планшет, этот самый, или ноутбук, и не надо никакие карточки да, уже. Сережа, надо. Какие-то древними все мы делали, живете. Нет связи, не получается, мы брали, ничего не получилось. Все, это вот, надежная бумажка. Мы везде были, и ноутбук нам нигде ничего не мог помочь. А только куда положить, и знаешь, как столько перегруз такой, это такая тонкая... Да, потому что не вешает. Так, все, все, вопрос нет. Потому что все остальное уже... Дым один идет. Мы брали, ничего нет, тем более это намного сложнее, о чем я говорю. Я спрашиваю, Михайлович, кто слышал такую фамилию? Кто она такая? Вчера смотрели, это кавказские народы, она выступала, депутат. Так, Сань, погромче объясни. Это депутат, она выступала там на собрании женщин, кавказские народы. И что? И да, больше никто не надо смотрел? Надо посмотреть. Значит, как она рассказывала, очень так хорошо рассказывала о своем народе. Почему? Ты ничего не сказала еще. Ничего не сказала. Очень хорошо. Да. Это не то слово. Она говорила так, что по сравнению с ней Ленин не намного выше будет. И Гитлер. То есть, какая изысканная речь у нее, я очень внимательно смотрю. Как она говорит, она не мычит по-московски, там вот они все продолжаются, пустоту занимает эконим где-то. Как она говорит, какая у нее жестикуляция, как сидят женщины, как все она держит по своим контролям. Вот представьте себе, вот смотрите, я не такая, да, я черномаза, вот видите, мое обличье такое, но она казахская женщина-то. Но я там, она со мной, и говорит, приезжаю в столицу моей родины Москве, где мы тут родились, ну, всегда была Москва, и вдруг меня останавливает, предъявите документы, почему я спрашиваю? Я в свою столицу приехала, моя физиономия тебе не нравится-то. Ну я согласна, проникают террористы, но кто их пропустил? Русские милиционеры стояли и пропустили. Я сына теперь готовлю там, допустим, поступать. Его задерживают. Ты куда черномазый лезешь-то? Но он дает взятку. Да, говорит, нас обвиняют, даете взятку. Да, даем, потому что берут. У ней речь слово за слово, как река идет. Такая жестикуляция, такая ясность. Посмотрите, до какого совершенства может дойти речь человека. И я с ней рядом никаких там майерсов, там женские, которые проповедуют, никого не поставлю. Я иногда, когда... Ну, еще что-то, натолкнусь на нее и с удовольствием от конца до края. Вот у нас было здесь заседание. Батюшка говорит о себе. Никак, о ком она будет говорить? Она о себе и говорит, о своей семье. Вот говорит верховным, там где она там присутствует, депутат. Я сказала, разграбили государство. Сколько олигархов? Я свернула так бумажку, сложила и сказала, так вот давайте, кладите сюда. И пошла по рядам. Наложили. Мы в детские сады пошли, купили тот, ковры там, тут. Так. Платите здесь. Она человек дела. Она говорит с таким состраданием это, с таким напором, это огонь. Я ни одного священника еще не встречал, чтобы он говорил так четко и ясно выражая свою мысль. Я вернусь чуть-чуть вперед. А Илларион что должен был ответить? Я сказал, что должен ответить. Письмо ваше получено, просьбу вашу узнаем, мы об этом молимся, дальше все остальное, что было сказано. Чтобы мы знали. А то мы... У нас тут один из Америки, он баптист, от баптиста пришел православный. Мы с ним разговаривали, и батюшка ему сказал, вы Иллариону принадлежите, да. Но вы спросите, он от нас письма получал или нет. Неизвестно, получал ли. Даже этого не знаем. И все нормально, будем ждать. Чего ждать-то, когда ничего не знаем? Ждать нужно то, когда мы осознаем сами, что время дорого. И на любой поставленный вопрос должен быть ответ «да» или «нет». А все остальное от кого? Что вы придумываете, что ничего не отвечает от Бога? От Бога это не может быть. От Бога да или нет. Это слова Иисуса Христа. Все остальное от лукавого. И вы меня не подбивайте, чтобы я лукавые слова повторял. Повторяю, что если я дал 32, например, заявление писал прокуратуру, 32 ответа.
Если в краевой администрации 52 документа, 52 ответа поступило. Патриархию писали мы вместе с отцом Павлом, его тут была Ольга Иннокентьевна. Ни одного ответа. И такое точно здесь состояние. Почему? Это ложь патриархийная. Не, это не пренебрежение нуждами народа. Они никого не знают и не видят. И надо так ответить. А пока мы не ответим, мы не знаем, о чем молиться. Не играйте смирением. Смирение – это великое качество смиренно-мудрия. Но смиренно-мудрие требует уважения к Слову Божию. Я склоняюсь перед Словом Божьим. И поэтому на любой вопрос у верующего ответ – да или нет. Посчитайте еще раз Нагорную проповедь Христа. Любой ответ, любое молчание – это предательство Бога. Об этом кто сказал? Григорий Богослов. Молчанием предается Бог. Предаются люди, а я промолчал. Молчание – это не золото. Молчание там, когда тебя уязвляет, а ты промолчал, сдачи не дал. Вот здесь золото. А где тебя вопрошают, дать ответ с кротостью и благоговением. Да, я хотел бы, но патриархия не хочет, чтобы ваши общины были. Чего ему бояться, когда весь больной? Может, последний день живет? Они не хотят оставить пример мужества, чистоты, честности. Иларион в моих молитвах, я его лично знаю. Но то молчание... Я еще даже не знаю, молчит-то почему, получил ли он письма, даже этого не знаем. На десяток писем ни одного иного ответа нет. На, ты звони, разве так отвечаю? Ну, а вот Николай Польгуев, то, что говорили тогда, вот по этому вопросу. Даже разговаривать почти не стало. Я озвучил. Ну, давайте, тогда давайте так, раз не идет гора к Магомету, давайте Магомет пойдет к горе. Не идет Магомет. Магомет. Мы Магомет. Мы не можем делать. Магомет считал, что получает откровение прямо от Бога. А мы считаем, мы получаем откровение из Библии. А Библия нам этого не разрешает. У нас священник сказал нет, и разговор прекратился. Я же не настаиваю ни на чем, кроме того, что требует Писание. Да или нет? Здесь ни да, ни нет, нет. Это я правильно понимаю. Это вот это окружение, это от лукавого. И меня уже задергали. Что ты говоришь, что вы что делаете? Мой голос сейчас замолк. Я больше не говорю. И вы на этом засохли. Это от лукавого. Если бы был здесь Иларион, я ему это выговариваю, как бы вижу, что он сидит здесь в угле. В углу сидит, вы здесь. Я ему говорю, почему же ты, брат, не ответил? Да нам хорошо. Да это не ответ, хорошо-то хорошо. Да не все хорошо. Мы должны в любом месте ответ получить прямо от Бога, через Священное Писание. Ни одного слова из Священного Писания нет. Так, маленькие вопросы. У нас есть детская. Туда заходить можно только мамам. И кто приводит ребенка, вот как... Наташа Загуляева. Чей ребенок? Никому больше не заходить туда. Не надо там, я воспитатель, или я кого-то знаю, или вот через порог получи, вот руку протяни и возьми. Я ни разу не перешагнул. Когда мы в малом не научим детей закона послушания, а дети это все фиксируют, видят. Они такими и будут. В Германии показывают, Курская дуга, битва идет, сражение самое крупное. Ну вот наступил вечер, они сидят, русские слышат там. Они играют патефон, и они там едят, обедают. Пришло время, битва кончилась, начинают обедать и все. Четкость. До города осталось 3 километра, 3 тысячи позади. Но время 2 часа, свернули кювет и стали обедать. Почему? А нам никакой нужды нету. Белить комнату начала, пока не добелю через неделю. Тогда пообедаю. Не заходить туда никому. Вот это место принадлежит секретарю. Что непонятно? Ты один раз услышал? Возьми себе. Больше, чтобы никогда я этого не видел. Потому что вы все хотите быть хорошенькими или как? Еще маленький вопрос. У нас температура здесь самая нормальная, хорошая температура. Некоторые по одному. И при том каждое богослужение. Прошлое богослужение Надежда Васильевна тут. Сегодня другая сестра одета. Да я мерзну. Я показываю, смотри, маленькая девчушка бегает. Все до одного раздеты. Все раздеты. А я один буду одетый. Я мерзну. Представь, сколько людей сегодня, которые жилища нету. Что ты играешь здесь? Ну тепло. Ну 18 градусов, что тебе еще надо-то? Ну зайди, вон висит градусник, посмотри. Ну хоть в маленьком, ладно, буду нажимать на своем. Жмешь на своем, останешься одна. Начинали с маленького. Холодно, да, мы все одеты, стоим. Ну холодно, сам бывает иногда среди, вот когда... Андрея Крицкого было у нас где-то. Ну тепло!
Самые маленькие бегают раздеты. Тебе не стыдно ли перед ними? Так глухонемые все раздеты. Ну все до одного, сестры, все до одного. Я один буду стоять, одевшись. Зачем? Никитич, строительные нормы я недавно читал. По строительным нормам, вот это вот постоянно, это вот это. Все одни мерзляки собрались. Я спрашиваю, сколько в доме? Они говорят, сестры, до 30 градусов жары доводят. По строительным нормам 16 градусов, когда вы ложитесь спать. 18, если вы бодрствуете. Не даже не есть. Правда. Я вам говорю, даже для зала и для спальни, и для столовой разные нормы. Самая большая норма — это 20 градусов для столовой. 20 градусов больше нету. 20, я вам еще говорю. 22 градуса. Недавно я специально смотрел эти нормы. Это нормы есть. А у вас, а вы 22 даже сказали, у вас 22 даже нету дома. У вас у всех 27-28, а то и 30. Вы себя немножко уменьшайте. Это для жирка, он распространяется по телу. Когда он... Вот если я поставил счетчики, уменьшай. А у нас автономно все. Сколько дали, столько и получилось. Ну я что вам могу сказать? Ну, тогда тогда честно рутайте просто. Тихо. Так, потом. Николай, что ты хотел сказать? Да. Да нет, я не... У меня два предложения. Значит, такие, я не знаю, вот как у нас у стоматологов, если бы так сказать. Говорится так, вот представьте теперь, нету батюшки. Нету, все. Отошел в мир иной. Что мы будем делать? Мы будем смотреть опять, а кто нам разрешит, кому бы обратиться, чтобы нам разрешили. Во-первых, чтобы разрешить, кто-то должен запретить. Кто нам запрещает обращаться к митрополиту? Я человек неречистый, не могу составить письмо какое-то. Любовное могу, покорить любую могу. А вот митрополита не могу покорить. Вы понимаете, ну нет у меня дара такого. У меня обращение ко всей общине. Давайте напишем от общины. Митрополиту копия иерею Иакиму. Копия. И все, и напишем, и отправим официально, с ответом, сейчас можно электронную почту подтвердить, на бумажном носителе, можно на железном, я сварщик, давайте на листе железа сделаем, чтобы было железобетонно и точно. Потому что мы все свалили на батюшку, а сейчас мы его жалеем. Да, он больной и старый человек, измученный нашими грехами с вами, потому что он к нам ездит и мотается постоянно. Вот все. И теперь второе. Поскольку так, у нас... Итак, по первому вопросу. Скажите, кто с братом Николаем согласен? Поднимите руки, чтобы написать и послать. Так, опустите руки. Кто против? Поднимите руку. Ну, вопрос единогласно решен. Второе. Поскольку у нас собрание, любое собрание подразумевает, что регламент. То есть у меня такое предложение, чтобы не было вот этих дискуссий, дебатов и прочее, все должно быть коротко, четко и ясно, как в армии. Да, нет, все. И приказы не обсуждаются, а выполняются. Батюшка сказал, и аминь. То есть это командир наш, он в чине там майора, может быть, или подполковника, раз он там... Генерал-майор. Нет, он не генерал, генерал-епископ, все, сейчас не спорим. У меня такое предложение, составить регламент. Ну, это не отчетно перевыбранный, а вообще, ну, чтобы был порядок, вы понимаете? Чтобы игра не шла в одни ворота, чтобы людей не утомляло, и чтобы каждый мог высказать свое мнение. Но каждый предварительно там или записаться, или поднять руку, чтобы был порядок, а не так, как вороны загалдели, и все. Ну и что, и кому это приятно? Снимается тем более на видео, сейчас это все на весь мир пойдет, ну, позорище со страшной силой. У нас стоматологов такое не делается. Понимаете, вот мое предложение такое, например, выступающие 15 минут, в прениях там 3-4 минуты, 2 даже хватит, достаточно. Если человек готов, у него вопрос какой-то, мне этот вопрос болезненный, потому что, знаете почему? Потому что я бывший коммунист, бывший комсомолец, бывший пионер, но это все в прошлом было. А там это все четко, ты должен подготовиться, тебе дают вопрос в партийном, там, например, и ты отвечаешь за этот вопрос, ты его ставишь. И людей потом, ну, я это прошел. Пусть я не высоких рангов, но я секретарь комсомольской организации цеха, завода, цеха. У нас цех большой был, 400 человек. И я ходил с каждым, агитировал в комсомол. Вы понимаете, у меня опыт есть агитировать. Но там проще было, потому что в институт можешь там поступить и прочее, если ты член комсомола. А если не член, отвали моя черешня, отвали вишневый сад. Так и здесь, вы понимаете. Но должна быть четкость ответа на вопрос. Игнатий Тихонович 100% прав, что должен ответить, человек должен ответить. Ну а вы обратитесь ко мне. Ну я смолчал и ушел, и что?
что-то непонятно, то ли у него башня снесла, то ли белочка, то ли гуси улетели. То есть что-то не в порядке, вы понимаете? С человеком что-то не в порядке. То, что он ответил, я думаю, что не на каждый праздник письма. Письма он получил. Письмо пришло, потому что, ну, просто так не придет. Я тебя люблю, и Аким там туда-сюда. Он получил, ответил, но ответил по-своему, потому что не может. Это все наши домыслы. Мы там не знаем. Может, действительно идет следом. Но мы-то не знаем. Жизнь-то моя кончается, мне уже 60 лет. И я остаюсь бесхозным, вы понимаете, я бесхозный. Кому мне идти? Священника нет. Кому? К Максиму. Или к Максиму, или к Федору, или к Геннадию. Я не знаю, к кому идти. Я иду к Священному Писанию. А там говорится, что посовещались и выбрали. Диаконов, священников выбирали из народа-то. Они назначали сверху там, приехал какой-то там, утверди нам. Да мы сами выбрали, и езжай. И все, вот и все благословение Христово, я считаю так. Ну, прав я не прав, это Бог рассудит. Ну и вы, в том числе. У нас епископа нету. Я эти вопросы сейчас немножко поясню. Если сейчас конкретно, мы сегодня кого-то пошлем, а ответа предварительного не было, договоренности, стопроцентная, даже с присыпкой гарантия, что не рукоположено. Конечно. Все. Они уже патриархейно не рукоположат. Им нужно нас раздавить, тогда только подчинитесь местному епископу. Больше им ничего не надо. Хотя бы мы совершенно были погибшие, они об этом разговора не ведут. Так. Напоминаю, что на этой неделе, сегодня первый день недели, воскресенье, суббота, седьмой день, 15-го, какой праздник? Сретение Господне, пятница. В народе как он называет? Что случилось? Это зима. Зима с летом встретилась. Значит, если в пятницу это, то в четверг вечером пойти в любой храм Московской Патриархии, где кто может. И, батюшки, и в пятницу туда сходите там на литургию, у нас вопрос это давным-давно решен. Теперь относительно того, что вот говорили вы, тут сидели некоторые. Вот когда батюшка говорил, и я задавать начал вопрос между нами, кто вылез в это время, закричали, заахали, заохали, зашикли на меня? Поднимите руку, кто? Так, еще два, три, мне показалось больше. Четыре? Ну, четыре, молодцы. Но только не надо было вслух это выражать. Ни воздержание вас не красит. Вот я и батюшке задал вопрос, вы-то зачем ему начинаете поддержку? Он отвечает, чем больше вы кричали, тем больше он утверждался в своем неверном ответе. Вы еще за это ответите? У него ответ был только один, не знаю, но ответ должен был быть, но не знаю, как так. Я не знаю, даже получил ли митрополит от нас письма, он ответил бы просто и спокойно, вас кто звал выскакивать-то? В мире есть поговорка, не спрашивать, не сплясывай. В каждой бочке затычкой не будь. Я по делу задал вопрос. И я знаю ответ какой. Я хотел, чтобы батюшка его озвучил. Я озвучиваю. Патриархия. А патриархии не говорите? Как не говорите? Он, батюшка, ставит такие условия, только пропеть много лета на калистрату и пилорету. И пошли домой. Больше не о чем. Он ставит вопрос. Это мы не просто фильм Черкасова «Хмеля». Мы сами хмелю уже будем. Мы говорили и будем говорить. Потому что все на этом зациклено, связано. Но от этого немножко отходят и другие лучи. Частный вопрос. У меня вырос уже хороший котик запасной, белый. Умница, ласковый. Кому нужен котик? У меня три кошки получается. Я потому держал, не знал. Кошки теряются, а мне обязательно надо голубям. Там. Поэтому три для меня многовато. Кому нужен котик? Ну, кажется, передам хорошие руки. На Филиппинах проблема с кошками. Душат их. Ну, а можно вот возьмешь, я расскажу, он не пачкает, ничего, не приходливый, ласковый. Котики. Вот так. Даже у кого есть отходы рыбы, я говорил, все на меня скидывайте, пока есть возможность. Так, Галя, скажи, потом я скажу еще. Можно сказать? А, да. Ладно. Разрешите? Дело вот какое. Николай сказал, что тут говорили, загалдели, это пойдет где-то. Пусть так и идет. Мы никаких купирований не делаем. Да дело не в купировании. Я вижу в интернете, у меня сейчас много свободного времени, там Mail.ru отрубили массовую пересылку. И я все время сижу, новые материалы, ролики, как фильмы ставлю, которые есть. О войне, там, о чипах, о зверях. Вот. Один выпустил собаку, а то котенка, а собака беспривязно задавила котенка. Он завел, вырастил, выпустил на улицу. Но почему он сам с ним-то не был, с котенком? Ну и услышал в окно и выбежал. А там врач городской или краевой больницы, врач с собакой.
Его собака там, бультерьер или который давит. Он закричал, что ты собаку ты не привяжешь. Он подошел и убил этого хозяина кошки-то. Я выставил этот материал. Врач. Его еще не арестовали, там это по нечаянности, там-то другое, каким-то предметом. И мать теперь стоит, обнимает там крест и плачет. Сынок мой, красавец, как ты погиб. Поэтому не выпускайте или смотрите вокруг, есть или нет кошки. Не, в некой степени мы сами виноваты, когда провоцируем на это. Собака кидается на кошку, они враждуют. Живут как кошка с собакой. А если уже она попала где-то, ну на этом все. У меня была такая кошка, собака кинулась, она как разделала ее. Собака мщится, а моя кошка вскачет за ней, да еще на спину ей. Хозяин, охотник кричит, отними кошку свою, она собаку у меня погубит. Такие моменты бывают. Теперь, что бывает в интернете? Выступает молодая, красивая диктор. Ну и говорит, сегодня у нас такое, что с ней было, вы знаете слово нежданка, что такое? Ну не вовремя пукнуть. И она как пукнула, и все-то в прямом эфире. И она до того перепугалась и упала в обморок, и падает, и скрылась, и передача прекратилась. И можно было вырезать, ну по-своему это интересно, ничего тут нет такого. Я смотрю, что ставится, там, когда дерутся, даже бывает и материться, там Жириновский есть. Это натурально, как это есть. Ты, по крайней мере, знаешь, о чем молиться. Как подготавливаться, чтобы не попасть в смешную ситуацию. У нас нет ничего такого, что повредило. Нет, это мы такие. Мы нигде не украшены. Так уже душно, Игнать Тихонович. Вы к чему призываете? Игнатий Тихонович, вот возвращаясь, как говорится, к напечатанному. Когда мы отправляли письмо Илариону, да? Вот, здесь было вот собрание, вы много очень говорили. И, значит, вот в частности я говорила, и еще несколько человек сказали, давайте отошлем письмо с уведомлением. Это функция, которая показывает, вручили человеку письмо или не вручили. А сейчас мы занимаемся какими-то домыслами, какими-то обсуждениями. Провоцируете. Вы нас провоцировали, Игнатий Тихонович. Вот чем сестер, потому что вы сделали нападки на нашего священника. Вот. Он действительно, откуда он может знать? Откуда он может знать, значит, что должен ответить, значит, Иларион? Ну, чтобы исключить вот эти вот всякие домыслы, что нам мешало? Просто нормально оформить письмо и нормально ответить его. Более нормального, более оформленного, чем я посылал, когда только тогда еще уезжали. Нет, оно в интернете стоит и просто пропустило. Я подробно все написал об общине, об них. Ответ нулевой. Тогда батюшка мое письмо берет, сократил его и снова посылает. Молчание. Батюшка еще берет, я участник этих писем, так что ты сейчас... Игнатий Тихонович, у нас... Все это поздно, что твои православный... желания выполнены уже. У нас есть православный сайт, у нас есть православный форум, у нас существует интернет, в зарубежной церкви также есть сайт, можно выйти на сайт. То есть, понимаете, мы иногда создаем проблемы, которых фактически не существует. По тому, что дошло письмо или не дошло... Этих речей вообще могло не быть. Просто заплати 37 или там 100 рублей заплати за услугу почтовую, и все. И тебе придет уведомление, что вот тогда-то пришло письмо, вручено тому-то, тому-то. Вот и все. Галя, по частям. Все, я сказала. Митрополит Иларион заходит на наш сайт, и однажды он ответил. Ответил по сайту. Я на ваш сайт зашел. Это какой громадный труд проделан вами. Восклицательный знак. Он был, но по делу ни слова. Так что вопрос отвечен. Уже мы все сделали. С нашей стороны все сделано. Я теперь хочу, чтобы вы, проанализировав, сами поняли, можно ли дождаться или нельзя, и о чем конкретно молиться. Моя задача выполнена. А то, что вы взяли, вам не надо рассуждать, мужчины. Провоцировали, не провоцировали. Вы превысили свои полномочия. Уже судите батюшку, меня. Зачем вам это нужно? Вопрос я задал. Я жду от батюшки ответа, а не ваших криков бесчинных. И он не ответил на вопрос, говорит, будем ждать этот ответ, что мы молимся, ничего нет. Где-то, да, когда я для себя прошу, Господи, я вот желаю поехать. Благослови, путь открой, но если не тебе, брось Эльбрус на дороге, чтобы я не переехал. Вот я что прошу. И поэтому любой ответ принимай. Здесь не то, получил ли он письмо. Не получил,
один вопрос. Но получил и не отвечает, я должен теперь начинать думать, а почему он не ответил? Если страх московской патриархии, страх человеческий обуял там все, ответа никогда не будет. Мне священники эти говорят, вот в частном порядке, вы случайно не записываете что-нибудь? Меня спрашивают, я говорю, да нет. Ну я вам скажу потихоньку. Так вы точно ничего не записываете? Он несколько раз подстрахуется, что его слова ему могут принести вред. Вы даже не понимаете, в каком состоянии находятся батюшки, епископы друг перед другом. Я дорогой ехал. У митрополита внизу сидим. Я передаю книги ему в подарок. Полторы минуты прошу благословить. Ни под каким видом не принимает. А ну как что-нибудь будет, его уберут. Они боятся оскверниться. А, так вы бунтарь. Вы не соглашаетесь. Да, я не соглашаюсь со многим. Но я нахожусь в православной церкви. Это моя церковь. Я забочусь, чтобы здесь было по совести, по порядку. Как даже у преступников есть слово по понятиям. У нас даже этого нет. Никаких понятий нету. Получил письмо, не получил, ответа никакого нету. Это не то, что ненормально. Вот местная епархия была рядом. Ни одного ответа. Сколько мы писали? Ни одного. Я нынче приглашение, приедете, не приедете, я стою, жду. Не ждите, ответа не будет. Я начинаю уже серьезно думать, потому что там никого нет, один муляж рисует, и никого вообще там нету. Любая, я в милицию писал, краевое УВД, они не просто отвечают, они принимают меры, притом экстренные меры. Я возвращаюсь из лагеря детского-то, а у меня счет за телефон заплачен, с меня сняли 700 рублей. А за что? А вы разговаривали с нашей организацией, мы даем услуги. Я нашел их. Какие услуги? Ну, бывают старые люди, надо, чтобы их занять, утешить. Я утешаю. Но и утешения я не ищу. А о чем я вас спрашивал? О чем вы нас спрашиваете? Я на них подал в ФСБ, в краевую прокуратуру, в милицию. Их так растеребили. Они немедленно мне ответили, а то отвечать не хотели. Не подкрыли. Ответили. Деньги вам перевели на ваш счет. Что бы они переводили-то? Дальше. Эту организацию размонтировали, ее проще нету. И милиция меня уведомила. А организация сия закрыта. Услуги людям разговора. Надо работать и ждать ответа. Я понимаю, ответ от Бога. Некоторые ничего не испытали. Я один судился 11 лет, освободившись. У меня изъяли громадную фонотеку. А зачем вы судитесь? Мне право дано, канонами дано. Я выиграл вот эти вот дома. Это не игрушка. Теперь батюшка приезжает и говорит, в Америке там можно было бы книги хотели получить. Я собираю все 38 книг и посылаю. Это не 2 рубля. Все вместе книги. 3700 пришлось заплатить. За пересылку-то. И ответа по сегодняшний день нету. Ну ответить хотя бы мы получили. Ну нет никакого ответа по сегодняшний день. Запросы ничего не дают. Я делаю запрос за запросом. Бесполезное дело. Здесь у меня не дошла до Одессы якобы. Вернули назад. Она там не была. Они говорят, не, она не приходила. Лежит, выкупите, заплатите за свою посылку, заплатите. Они ее измяли, она в двух мешках, засуркучена. И наконец, 2 года проходит, ко мне снова звонит. Придите, заберите бесплатно. Я прихожу, теперь я говорю, я уже обрек для вас, распечатываю и всем раздаю книги. Возьмите, пожалуйста. Так они меня не знали, чем наградить. Вот мы изъяли там какие-то на записи там сектантов, они мне все нагрузили опять и все. Ответ обязательно есть, мирская организация. А это духовная организация, ни одного ответа, ни одного за 50 лет. Сколько я не писал, патриарху Пимену, патриарху Алексею. В ООН я написал, ответ поступил, в ООН. Организация Объединенных Наций. Ответ поступил. Здесь нету. Игнатий Ильич, ну вот Сережа тут нам говорит про этот. Сергей Пупков говорит нам о том, что мы должны быть прогрессивнее. Ну это и понятно, на машине вас едем. Я к тому, что вы же с этим человеком связались, который из баптистов. Скуратовский. Скуратовский. Да. Он сам сказал, я как раз зашел, вы беседовали с ним, что он с митрополитом Иларионом должен беседовать на следующей неделе. Он так вот спокойно, а мы говорит, с ним постоянно раз в месяц обязательно общаемся и подолгу, по часу. Чай пью. Да. Я думаю, а нам что, подсоседиться-то нельзя к Илариону-то тоже поговорить-то? И батюшку посадить рядом. Он что, батюшке-то, ну какая разница? Пускай поговорит со своим митрополитом-то. А мы рядом посидим, послушаем, дураки, как бы по уму, разуму поучимся.
Давайте это как-то дело с этим, со Скуратовским решим. Это Бог послал этого Скуратовского. Ответ-то не в этом вот письме, которое батюшка написал. Я поясню, а то, что вы там... Вектор, он 12 лет пришел из баптистов, всей семьей. Ну. А это серьезные люди. Хороший очень баптисты. Человек. Баптисты серьезные. И он к этому серьезно подойдет. Если надо, он за нас и походатайствует, этот Скуратовский. И пускай тут же, они когда будут выходить, мы точно будем знать. По этому времени мы сели рядом, чтобы звонок не пропустить. Раз, глядишь, и... а можно еще легче. У батюшки телефон митрополита телефон есть. Лавра, ой, Лавра, не зашел уже. Илариона. Туда не позволят. Блаженной памяти Лавра. И вот можно было бы прям созвониться и спросить, а можно, владыка, мы с вами переговорим прям там, и ваше там святейшество, пресвященство. И все, и созвониться. Ну как-то это надо сделать. Да. И прямо они друг друга будут видеть. И батюшку он знает. И все. И там и вас может батюшка позвать там. Кто-то там с братьей как-то это. Да хоть вот здесь даже. Какая разница. И это будет, ну, до такой степени наглядно. А то нам надо куда-то ехать. Кого-то куда-то присылать. Ну зачем, когда какой-то Виктор Скуратовский, которого мы узнали только вот недавно, спокойно, каждый месяц, по часу, беседует с нашим митрополитом, которого мы даже в глаза не видели. Он живет. В Америке живет, в Америке. Неделю, каждую неделю. Даже каждую неделю он еще сказал, это я подзапамятовал. Поэтому, я думаю, надо этот вопрос решать он не прям сегодня. Он в четверг, полвосьмого, утром мне позвонить должен. Скуратовский. Да. Можно пояснить? Так, я вот он, даже сказал, что... Я поясню просто к сказанию. Подожди минуточку. Нет, никогда не выражай недовольство, это нехорошо. Я же не сказал, что не будешь говорить-то. Так я к слову говорю, просто пояснить. Все. Я пояснить, потому что он не какой-то Скуратовский Виктор, а он чтец. Он чтец, он не баптист. Я поясняю, что он не баптист. Он из бывших баптистов. А также он относится к зарубежной православной церкви. Давай. Святых там нету. Игнатий Игнатьевич, вот я выразила свое недовольство не тем, что вы говорили. Вы говорили правильно. Вы правильно говорили. Но только вы сказали один раз, а батюшка хорошо слышит. Да. И он это принял. Так вы раза три к нему приступали, а он уже прям пятном покрылся. Да, смотри сейчас на этом. Он не ответил, не по вопросу отвечает-то. Вы ждете ответа, а это по-вашему, он неоднократно. Я как раз не прошу по-моему. Я прошу любой ответ, хотя бы одно. Я получил письмо, к сведению приняли. Ответа нет, такой, к сведению. Ни, вообще ответа ничего нет. Даже не знаем, получили. Я вот о чем говорю. Ну это ясно, что... Да, батюшка не слышит вопроса моего. Поздравление. Ну понятно. И в раздражительной форме. Было сказано в раздражительной форме. Вы маленько вперед просчитываете. Тихо. Я сказал, вы не обратили на это внимания. Просто сказать, что ответа пока нет. Давайте заканчивать. Уже кипят. Раньше, когда русская православная зарубежная церковь была отдельно независимая, у меня, кажется, ни одного письма не было, на которое бы не отвечали. У меня была очень бурная переписка с митрополитом Виталием. Иларион писал, на любое письмо они отвечали. Я говорю, мы опасаемся, чтобы у нас не было священника с места на место. Подробно митрополит Виталий говорит, у нас умирает на своих местах, где поставлено. Я говорю, ну, чтобы женщины были... А почему только в платках-то? У них все должно быть закрыто, чтобы грудь никогда не была открыта. Вы, мужья, для своих жен это имеете в виду? Это мне митрополит Виталий не печатает, а своей рукой пишет. И вдруг, как только вот это познали с Московской патриархии, ни одного ответа нет. Сказали, от нас отняли всякую власть. Мы не можем отвечать. А спрашивать, что мы пришлем человека, рукоположить, да тут уж не пятнами, а трупными пятнами пойдут от страха. Им даже вопрос такой задать нельзя. А ведь он мог бы сказать, да, положение, конечно, необычное. Вы одни у нас остались, я походатайствую, скажу, в самом деле, можно объявить подворьем от зарубежной церкви или как-то. Ну хоть что-то. Ответ. Все-таки звание-то митрополит, это по-нашему сказать, генерал-полковник. Ни одного звука даже нет. Вчера я смотрю, батюшка дал письмо, ну хоть намек, что получил от нас письмо. Нет, такой ответ, за который его никто не привлечет. Я понимаю причину. И не надо не судить, еще причина всегда одна, почему не отвечает страх, как бы не было хуже. Все, больше тут ничего нету. И сказать, что он нас не любит, не молится, он молится и любит. Но зная, что его ответ может повредить отношениям с патриархией, на это не идут. Богу это не нужно, участь боязливых в озере огненном.
Никогда не забывайте об этом. Ответ должен быть четкий и ясный, как вот эта Михайлович, женщина выступает. Она громит, она говорит, эти люди там, Путин, они не знают людей, они не идут в народ, они не смотрят, что народ погибает, чего. Развалили все. И она стоит с трибуны женской, говорит, депутат. И какая у нее речь? Да, она, я, говорит, выронила там бумажку, билеты. А министр взяла, что такая партия есть? Да, эта партия есть, видать, КПРФ. Есть такая партия, которая заботится о людях. Она везде отвечает как надо. Дали взятку, значит. И что, говорит, моего сына или внука, говорит, который азиат, черномаза, не пропускает милиционер в Москву, но дали взятку. И он что, славянином сделался? Сразу пропустили. Она все режет открыто, ей все хлопают подошвы. Вот это ответ. Если бы в этом духе митрополит, батюшка, отвечали, мне больше ничего не надо. Сказали бы, ничего в данной ситуации не можем, предприняли, они нам стукнули по башке, и мы сели. Мне достаточно этого. Ответьте в любой грубой форме. Задают любой вопрос Осипову, отвечает. Смирнову задают вопрос, отвечает. Вот он выступает, Смирнов. Вот ко мне подошла вчера одна сестра. Ну и говорит, батюшка, можно задать вам вопрос? И он, а он в храме, говорит, показывает, народ стоит. Я говорю, давай. Давай. Ну и говорит, ну иногда такой вопрос зададут, что и не скажешь, какой ответ. А дальше говорит о мусульмане, который подвозит бесплатно, и православный, который с батюшки, с бабушки дерет деньги. И тут же показывает, вот стоит на высоте, снимают мечеть, и вот сколько захватывает улица, вплотную к стенам, скрывается на коленях мусульмане. Повернули туда, и тут перекресток, и до конца сколько скрывается, вплотную друг к другу на коленях стоят, это не поместились в мечеть. Курбан-байрам справляют. И он говорит, и это одни мужики. Где у нас видели столько мужиков на молитве? У нас бабы одни. Сказал бы женщина, именно бабы. Это он говорит в храме, правая рука патриарха Кирилла. Он конкретно отвечает. Он не договаривает до конца, что такими вот аморфными вы сделали людей. Завтра ваши вот эти, которые дерут с бабушки деньги, которые не хотят на колени становиться молиться, а мы все равно поднимемся с колен, да вы не становились еще. Попадете к мусульманам, вы будете все делать. Почему? Там все направлено это. Пятикратный намаз. Намаз это молитва. Я уже сколько раз вам говорил, добейтесь, чтобы у вас дома была семикратная молитва. Добейтесь, и у вас будет все по-другому. И вот такие ответы, которые я получаю, их просто не будет. Они немыслимые будут. Да или нет? Нужны мы им или нет? Мы этот вопрос не ставим. Мы ничего не добиваемся. Мы хотим знать их отношение к нам. Мы их поминаем. Ну давайте в этом замрем и все. Можно затереть. В анабиоз впасть. Таракани психология мне не подходит. Я обязан спросить. Я с человеком встречаюсь и говорю, наши отношения какие? Такие. Теперь, я если с тобой буду разговаривать, ты мне не будешь припоминать старые мои грехи? Если их отношения хорошие. Ты по выступлению моему можешь дать ответ. А не то, что а вот ты такой-то был в 53-м году. Да в 53-м году еще в школе учился. У меня один встретился и говорит, что вы его слушаете, Лапкина? Я его еще вот таким знаю, какой он был. А я разобрался, он на 15 лет моложе меня. Меня вот таким он знать не мог. Потому что когда я такой был, он еще не родился. Аминь. Так вот, давайте заканчиваем. Братья и сестры, я просто хочу с вами так вот радостью поделиться и заботой. Короче говоря, у нас получается так, добрые люди нам продают по дешевке дом, сруб составленный дом, 64 квадратных метра, 8 на 8 метров, за 20 тысяч рублей. Вот, оно во Власихе, и это все надо перевести. И у нас сейчас... Слава Господу Христу, появились люди, которые нам помогают решать эти вопросы. Вот ее зовут Ирина, и она меня даже к батюшке привела Власихинского храма. Потому что она верующий человек, она ходит в храм, она просто сомневалась, кто мы такие. Но я пришла туда, и батюшка мне сразу в лоб. А как, что сегодня читали на службе? Новый Завет какой? Ну, слава Богу, я ответила, и батюшка благословил ее нам помогать. И она вот нам помогает, они... Вот этих людей нашли, которые нам вот этот дом продают. И теперь в апреле месяце нам надо будет это все вывести и построить. И теперь у меня к вам просьба. К себе домой, пожалуйста, молитесь, чтобы Андрей захотел строить. Потому что у него сейчас столько много соблазнов.
Он сейчас работает разнорабочим при летной школе. И я так краем уха услышала, что вроде как он хороший мастер, и его с окрестных домов приглашают помогать. Ну, не летчики, а там у нас дома для обслуживающего персонала. Стоят двухэтажки. И приглашают его помочь. Где дверь сделать, где что-то там перестелить. Что-то, ну, уже узнали человека. Да, ну а самое главное, что зарплата... Да. Вот. Натурой. Да. Поэтому соблазн огромный. Поэтому... Стратегическое сырье. Я вам говорил дальше вот это вот. Константина Душенова зарубежная церковь наградила, а потом сняла, что он здесь награжден неправильно, отзывает, что он приносит вред спасительному служению Русской Православной Церкви. Зарубежье он не трогал. Зарубежная его наградила и отнимает по указке патриархии. И поэтому батюшка вот на это отвечает. Это тоже страх. Как бы хуже не было. Нам же хорошо, тебе еще не хватает. За этим ответом тоже кроется, как бы мне хуже не было. Этого никогда не бойтесь. Если мы нужны Богу, Бог нас сохранит. Богу нужны герои. Книга пророка Иаиля написана 3:11. Господи, туда веди твоих героев. Если ты не идешь за Богом прямо, чего-то таишься где-то сказать, а у тебя мысли от Бога, не малодушествуй, чтобы я не погубил тебя. Пророк Иеремия получил такой ответ. Он только начал, иди говори, а я боюсь, или все там, молот. Иди и говори, чтобы я не погубил тебя. Я говорю, потому что у меня это на сердце, я это на молитве себя проверяю, и вижу, что хуже, чем у нас есть, только по воле Божией будет. Оно не будет само по себе хуже. Наоборот, когда коснется дело, как уезжал, когда митрополит здесь был, Гедеон, он говорит, у меня был один человек, который говорил мне правду, а он больше всего меня гнобил и давил. А вы все лицемеры, всем священникам сказал. Вот и все. Наша награда у Бога. Я это делаю ради Бога, чтобы мы поняли, нашли эту причину. Причина не ответа, и причина вот такого ответа – страх. Не, страх не Божий, человеческий, а боязнь перед человеком написано «ставить сеть». Сеть, из которой тебя никогда не выбросят. А у нас еще, можно? У нас еще никогда такого не было, чтобы батюшка при нас, при всех, позвонил епископу. Вот сейчас бы он приехал бы, сейчас бы при нас, при всех, позвонил бы Илариону, помолились сейчас бы, он бы набрал и поговорил прям при нас. Там сейчас ночь, наверное. И заплатили за это телефон? И что? Пускай ночь. А почему? Пускай Чапаев и ночью вставал. А спасительное служение, вот пускай спасительное служат ночью. 12 часов, у них там уже не ночь. Еще не ночь. У них 9 вечера всего. И было бы очень это интересно и поучительно всем. И ничего такого. Все хорошие и выполнимые вполне. И ничего там такого не задавать. Просто, владыка, вы получили наше письмо или нет? Вдруг он только что получил, только прочел, там еще не обмозговал. А если уже получил, сказать, а давно ли? И тут дальше разговор уже. Ну и как вы думаете, владыка, синод надо на нас собирать? Или патриархийный синод сразу собирать на нас? Может быть, ну каким-то другим путем пойти. А почему не отвечают? Причина в том, что в мировой практике такого не было. Да. Чтобы верные им люди были отброшены. Которые ни в чем не нарушили, ни канонов, ничего. И просто скинули, и идите туда, где смерть тебе грозит. Такого не было, и они не знают, что это. Он не знает. Это незнание, оно проявляется в этом. Но ты, ну не было, ну многого не было еще. И много было в мире первопроходцев, которые встречались с тем, что не было. Но они находили какое-то решение. Конечно. И здесь сказал бы так, молитесь, я патриархии сделаю запрос там патриарху, да нам больше не надо ничего. Мы не говорим по-нашему. Они бы сказали, катитесь вы, и все, нам тоже достаточно было. Но мы знали, это ваш ответ. Ответа никакого нет. Им кажется, за не ответ, они не ответят, как раз за это ответят. Это от лукавого. Вот и все. Если ничего нет больше, кто хотел еще сказать? Так что, батюшку дождемся или нет? Я не знаю, я ухожу. Зачем он? Давайте. Да, здорово. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога слово ручую, сущую Богородицу тебя величаем. Отец наш Небесный, благодарим Тебя
за все милости и долготерпение Твое. Благослови Лариона, патриарха Кирилла, все священство, что поступали согласно Слову Твоего. Ты знаешь, о чем мы рассуждали и наше желание. Устрой, как Тебе угодно. Продли жизнь брата Иоакима и Анны и всех болящих, западающих нам молиться о них. А за все Твои милости, за то, что Ты Духом Святым касаешься сердец наших, мы благодарим Тебя и просим, пошли все необходимое для благовестия. Мы так в этом нуждаемся. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Оставайтесь на занятиях. Спасибо, Христос.